Вот такие щитки нам привезли. Вот как они крепятся вверху. Сзади на резиночке. Они герметично не закрывают само лицо. Но, тем не менее, от спрея, который летит при разговоре, при чихании, по крайней мере, прямо защищают от прямых брызг. Спасибо всем небезразличным людям. Сергей Концеу, спасибо большое. Потому что, я так подозреваю, в маске никто не узнает тебя. Сейчас принято, итальянские врачи на грудь цепляют себе фотографию, чтобы можно было узнать, потому что все ходят в масках. Да, спасибо большое. Пожалуйста, будем помогать еще. За то, что нам помог. Спасибо.